В клинике используются различные имплантационные системы. Соответственно, у каждой из этих систем есть определенные задачи, определенные решения. Каждая из систем имеет свои какие-то определенные положительные достоинства, но это также, я считаю, необходимо иметь в любой клинике, которая занимается имплантацией. Почему? Потому что одинаковых ситуаций клинических не бывает, не бывает одинаковых по анатомии людей, не бывает одинаковых по дальнейшему решению ортопедической задачи пациентов одинаковых, и мы должны иметь полноценную возможность, да, оптимально решать эти вопросы. Поскольку универсальных имплантантов не бывает, мы должны иметь возможность использовать различные имплантационные системы. За счет того, что вот за несколько последних лет клиника смогла себя достаточно уровнем оснастить и специалисты получить достаточно, усовершенствовать свое, да, образование, свои профессиональные навыки, при любой степени, скажем так, тяжелой степени клинической ситуации, мы в состоянии сразу ли поэтапно, это уже детали, тактика так называемая отрываться, любые сложные случаи мы в состоянии решить. Ну, за исключением, если пациент не требует чуда. Приходите к нам на лечение, всегда готовы оказать своевременную, правильную и хорошо прогнозируемую в результате помощь.